Всем привет! Сегодня вам покажу, как скачать и установить Splash. Многие про него, думаю, вы уже слышали, либо уже сами скачивали. Сразу скажу, довольно крутой чип, большой функционал и многое другое. Ну, в принципе, мы с вами сейчас это все увидим. Значит, переходите по ссылочке в описании, листаете немного вниз, здесь кнопочка «Скачать бесплатно». Нажимаете. Все вас перекидывает на скачивание файла. А если вот здесь у вас сверху слева попросит разрешение, вы разрешаете. После этого вас перекидывает на скачивание. Как видите, у меня уже скачалось. После этого нажимаем скачать файл. Все, вот он скачался. Открываем его. Все отлично, он у нас открылся. Скорее всего, у вас попросит пароль, либо же нет. Пароль, в принципе, я оставлю в описании к видео, если у вас вдруг попросит пароль. Вот, ну, у меня не просит пароль, скорее всего, из-за того, что я уже его скачивал. Так, значит, переносим папку на рабочий стол. Так, введите пароль. Так, вводим пароль. Все отлично. Так, вот у нас папка с читом появилась. Сразу скажу то, что перед запуском Boost Trapper, да, вроде бы так называется, отключаем антивирус. Все, я свой отключил, как видели, и запускаем его. В принципе, грузится он недолго, нужно немного подождать. В принципе, я думаю, сейчас все довольно быстро загрузится. Сразу скажу то, что тут есть 5 DLL-ов, то есть можно выбрать любой из интересующих вас. Вот, но сразу скажу то, что пока что один не работает, то есть работают только 4 DLL-а. И сейчас я вам покажу, который самый хороший DLL, по моему мнению. Так, все, запускается у нас Splash. Сейчас попросит у нас ключ при входе, ключ я тоже оставлю в описании. Так, вот он ключ. Если не хотите скачивать, можете с экрана переписать. Также тут при входе можно выбрать либо русский, либо английский язык. Давайте выберем русский. Так, вводим ключ, нажимаем далее. Все отлично. Так, ждем. Все, вот у нас чит. Если у вас начала играться музыка, то нажимаете вот сюда на Splash, и у вас выключается музыка. После этого все стираем. Оно нам не надо. И вот здесь можно выбрать DLL. Spider-Core DLL не работает. То есть работают только вот эти вот 4. Самый лучший, по моему мнению, это чит Skewed. То есть выбираете его. Вот, в принципе, он может у вас уже сам выбраться при входе. Вот, он самый наилучший пока что на данный момент. Также нажимаем шестеренку. У нас тут настройки вылазят. Также присутствует Inject версия 2.0. В принципе, очень хорошо. Ну и тут, в принципе, все оставшиеся функции тоже все хорошие. Можете все проверить. Есть Script Hub. Тут, если не ошибаюсь, вроде бы 40 игр. И также есть еще, получается, дополнительные функции. Там, допустим, Fly. Там скорость, гравитация, Infinity Jump. И все в таком духе. Так, давайте пока что закроем. И, наконец-то, проверим наш чит в деле. Так, заходим в Roblox. Давайте все-таки откроем Script Hub. Так, и даже не знаю, на чем проверим. Ну, давайте, в принципе, на Bubblegum Simulator. Почему бы и нет. Заходим в Bubblegum Simulator. Вот, надеюсь, сейчас быстро зайдет. Может быть, нет. Но сейчас мы с вами увидим. Так, все, отлично. Сейчас сразу, короче, убавляем звук и делаем качество на максимум. Ага, грузит долго, ладно. Ну, в принципе, ничего страшного. Только я вот не понимаю, вот когда я записываю видео, игра постоянно долго грузит. А без видеозаписи игра почему-то очень быстро грузится. Вот, я вот в этом прикол не понимаю, но, в принципе, ладно. Так, выбираем компьютер. Так, тут уже какие-то секретки пошли, по-моему, прикольные.
Так, ладно. Значит, нажимаем Inject. Ждем, пока у нас заинжектится. У челика зависло, походу. Так, все заинжектилось, отлично. Иконка появилась, все, инжект прошел, все работает. Если у вас инжект не сработал, нажимайте еще раз на эту шестеренку, как я до записи видео показывал. И нажимаете Inject версия 2.0. Вот, и у вас тогда заинжектится. Так, открываем Script Hub. И выбираем с вами Bubblegum симулятор. Нажимаем «Да». Все, как видели, скрипт активировался. Вот он у нас появился, отлично. Автосел есть, как видите, он работает. Потом автосел full, это, я так понимаю, продать все. Автонадувание жвачки тоже работает, как видите, все отлично. Также можно тпхнуться на начальную локацию, потом там на кэнди локацию, там, ну и так далее, в принципе. Получается, если у вас локация открыта, то у вас не будет он падать в пропасть. Так, идем дальше. Чекпоинт. Чекпоинт — это я не знаю, что это такое. А, все, походу понял. Это, скорее всего, у нас острова. Да, это острова, как видите. Их тут довольно много. Давайте на самый последний тпхнемся. Так, а если, допустим, на этот? Ага, с этого я уже падаю. Окей. Unlock all checkpoint — это, я так понимаю, открытие порталы, то есть которые у вас закрыты. Если я нахожусь на начальной локации, скорее всего, на начальной локации и будут открываться у нас порталы. Нажимаем. Ну, в принципе, как я и предполагал, открывается только на начальной локации. Ладно. Есть функция collect all chest. Так, все собралось, отлично. Мне дали каких-то 500 монет. Эксклюзивных, я так понимаю. Ну ладно. Redeem Metal код. Нажимаем. Так, что-то появилось? Нет, ничего не появилось. Ладно. Ну, в принципе, на этом все. Оставшиеся скрипты в скрипт хабе можете сами проверить. Все работают. Все топовые. Ну, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.